Всем привет, дорогие друзья! Продолжается цикл новогодних выпусков самой главной аналитической программы на мировом телевидении «FIFA прогноз». Для вас ее сегодня проведут я, Игорь Белоногов, и Александр Фирсов. Да, добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня самая топовая лига, которую вы себе даже не можете представить. И кем же мы сыграем? Давай название этих клубов, потому что я переживаю, что я их не выговорю. Давай, лучше с телефончика. У нас сегодня Аль-Шабаб против Аль-Итифака. Чемпионат Саудовской Аравии. Ну, команды, как ты уже сказал, занимают топовые позиции, да. 3-4 место, поэтому будет интересно за этим посмотреть. Ну и, к слову, даже в этой FIFA они все-таки раскрашены больше, чем в две звезды, поэтому я думаю, что нас ждет интересный матч. Да, я тоже на это надеюсь. Поехали? Поехали. Итак, что, понеслась? Что, Аль-Шабаб начинает? Господи, как это звучит, а? Аль-Итифак. Аль-Итифак — это название какого-то факультета, знаешь? Угу. Сколько их там было в этом, в Гарри Поттере? Четыре. Четыре? Вот. Пятый просто не был упомянут. А, на самом деле... секретный факультет. Да-да-да-да-да. Видишь, они даже в форме сборной Слизерина бегают. А-а-а. Нет, это очень похоже на Татарстан, но... Может, Татарстан... А это Татарстан в Хогвартсе присутствует? Рубин 16, вот эта вот знаменитая команда. Ой-о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 й-
говорить. Чего? А может еще разочек? Не надо. Ну нет уже. Подожди, я твоего вратаря знаю. Это же легенда самарских крыльев советов. Был там некогда такой вратарь. Вот его жизнь помотала, да? Да. Самара, Саудовская Аравия. Ну, Насе любит человек все. Потом мы его увидим в сыктывкарском роторе 14. Не знаю, как называется клуб из Сыктывкара. А Саратов. Саратовский сокол, понимаешь? Там прям все, полное попадание. СС сокращенно. Ой-о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 й! Есть, первый. Да, слушай, причем красивая комбинашка-то. Ну все, он все. Да, кончился. Комбинация-то в целом была красиво разыграна. Как я отобедал, понял, да? Это был обед, да? Да, это был обед. Знаешь, что я понял? Что у тебя в целом команда выше не только по количеству звезд, но и по росту. Ты на такие аспекты обращаешься? Ну, борьба за верховой мяч, вот это все. То есть, в принципе, нужный показатель. Ну, просто стоял. Ну, вообще, это его роль, как бы, я думаю, в клубе. Он вместо тренировочного столбика у них. Че, главой? Нет, нет. С чего бы? Выйди, выйди, выйди. Нет. Ты давай прямо отсюда. Да? Проверим. А. Проверим. Ну, нога есть, бить может. У меня тоже, смотри, есть. Заряжен. Этот вообще что-то какой-то этот. Вообще бешеный. Что это, Аль-Сагур? Сагур. А может, у тебя еще удар есть? Но удар-то ну, есть. Ну, чуть-чуть. А чуть-чуть. Ты крутил? Или... Нет, обычно. Ну вот надо было попробовать ради интереса. В всяком случае, скорость рывков у него прям такая. Главное не начинать за этих челиков финтить, короче. Потому что мне кажется, что это будет смешно. Ей. Ну тут чисто моя ошибка. Это кто? Оп. Диоп. Диоп. Ну вот, он так и празднует гол. Диоп. Диоп. В Израиле же есть такая штука. Что-то похожее на название твоей команды, когда никто не работает. Шаббат. Да. Почему-то у меня такой ассоциативный ряд. Интересно сейчас. Интересно, согласен. И есть. А он замаскировался под его вратаря? Ага. Тот думал, свой бежит. Хитро, хитро. Букара. Букара. Причем я, кстати, был уверен, что будет офсайд. Не верил я в челика, что он так рывками открывался. Ну, нет, походу, слушай, это, мягко говоря, не чемпионат Австралии, который мы имели счастье поиграть. Да-да-да, вот тот знаменитый да. Матч командами по ползвезды. Да, тут все намного лучше. Надо написать открытое письмо FIFA, чтобы вернули российские клубы. А я думаю, они бы сами рады. Там же вопрос в другом. Поисковик знает.
хочет оставить их у себя. Эксклюзивом? Эксклюзивом, да. Что, тут еще один угловой зарабатывает? 45-я минута. Си! Все в порядке? Да. Как Новый год прошел? Лучше, чем у моей команды, за которую я сейчас играю. Потому что я уверен, что на Новый год они это... Чай только попили. А то вот... Так, что, первый тайм, да? Ну, видимо, да. Статистику, наверное, надо посмотреть. Статистика, в принципе, говорит сама за себя, да, по ударам. Ты меня перестрелял 9-4. Удары в створ. Вообще у меня one shot, one kill. Один удар, один гол, 100% реализация. Да, точность пасов у меня немножко проседает. И было у меня два угловых. А, ну у тебя был один офсайд. У меня одно нарушение, это вот тут где-то в середине поля то, что было. В принципе, стата-то плюс-минус равная. Ну да. Продолжаем. Да и счет в целом как бы достаточно так. Боевой. Продолжаем все это дело. Чего? Чего? Кого? Какой он грустный. Ну, он пенальти заработал. А что было? А вот я тоже не понял. Что? Интересно. Так. Интересно. Ладно. Все мы знаем эту двухбуквенную контору. А, вот так вот, да? Ночью. Ну, собственно. Ну, ладно. Оп. Вопросов больше как бы не имею. Так, и... Ну, ударь, пожалуйста. Ладно. Я как бы... Что? Что? Ладно. Так. Какое сегодня число? Сегодня... Вспомнить надо бы, конечно. Какое у нас число? Вполне себе рождественское. И видишь, ну, это не важно. Я мысль закончу. Угу. И у меня у команды форма напоминает эльфиков Санта-Клауса. Эльфиков убежать нельзя. Смотрел Скажи Гарри Поттера? Это, да, смотрю. Ну вот, как бы помнишь, что там за Добби они сделали? Жестоко. Вот, поэтому отдай мяч. Все, хорошо. Пожалуйста. Угу. Сейчас, извините, зря быканул. Ну, тут как бы да. Тут... Ну, чел думал, ворота где-то там. Так. Ой, вот тут вот обидное. Обидный момент. Какая-то неразбериха, суета. Так, и все, да? Все, да. 4-1 у нас завершается матч. Альш. Шабаб. 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 И грустный фигурант похлопал. Ну что, смотри, в принципе, по статистике она в два раза, да, если мы говорим про удары 15-7, 9-3 по ударам в створ, владение мяча, в принципе, показатель, который особо ни на что не влиял, но он поровну. Точность ударов, опять-таки, точность пасов выше у Аль-Шабаба. И, как ты думаешь, такой исход вполне может быть? Честно, я без понятия, потому что, уж извините, это чемпионат Саудовской Аравии, мы... Решили разнообразить наши выпуски, поэтому 21 год. Решили попробовать что-то вот такое. Честно, вот я думаю, ты тоже вряд ли эксперт по Саудовской Аравии. Да, по саудовскому футболу. Вот. Но это две топовые команды местного чемпионата. Ну и, в принципе, результат вполне топовый, да, во всяком случае, по числу ударов, по вот этому всему. И согласись, играть за них было очень интересно. Да, да, абсолютно. Это вообще не Австралия ни разу. Вот. Тут есть, как сказать, игроки, которыми можно так очень здорово покатать. Вот. Ну что ж, 4-1 наш прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Шабаб, Этифак. Этифак. Да, Этифак же, давай уточним. Да, Этифак. Все, да. Все верно. Все. Ставить или нет, выбор за вами. Ну а эту программу для вас вели в футбол играли Александр Фирсов. Игорь Белоногов. Смотрите, FIFA прогноз. Пока-пока.